Башкортостане расторгнут контракт с одним из региональных операторов по вывозу мусора. Речь идет о Дюртюли Мелиоводстрое. Об этом сообщил Ради Хабиров во время оперативного совещания в правительстве республики. Так, по словам главы региона, компания ведет деструктивную политику и недобросовестно выполняет свои обязательства. В частности, не работает с юридическими лицами. В зоне ответственности предприятия города Нефтекамск, Агидель и Межгорье, а также 12 районов республики. В 2018 году с Дюртюли Мелиоводстроем был заключен 10-летний контракт на 6 миллиардов рублей. Ради Хабиров поручил первому вице-премьеру Андрею Назарову начать процесс расторжения соглашения. Начинайте процедуру, не слышат, мы уговариваем год, по-моему, уже. Надо с ними начинать прощаться. С большим удовольствием, я думаю, этот блок подхватит какой-то другой оператор, сами пусть определятся на конкурсе и так далее. Но я считаю, что с Дюртюли Мелиоводстроем нам дальше не по пути. Власти региона не первый раз критикуют работу оператора ТКО. Впервые об этом заговорили в сентябре прошлого года. Тогда Ради Хабиров отметил, что Дюртюли Мелиоводстрой проваливает работу в своей зоне ответственности и дал месяц властям и руководителям компании на исправление ситуации.